Давай на счет три, да, как всегда? Да, как всегда. Раз, два, три. Всем! Привет! Да это не на счет три опять. Ну ладно, сойдет. Ребята, добро пожаловать на наш основной канал Лепота ТВ. И сегодня мы снимаем для вас небольшую распаковочку. Мы знаем, что вы любите смотреть распаковки на нашем канале. И поэтому сегодня мы сходили в Фикс Прайс вместе с животными. Кевин. Ай, Садун, ты куда? Ты мне больно делаешь. Мы покажем вам, что мы купили. Да, так что оставайтесь с нами. Давай уже пустим котов, потому что они не хотят на тебе сидеть. Падай и клади котов. А я обожаю пакеты из Фикс Прайса. И я тоже люблю. Не зря они взяли Фикс Прайс именно нас. Так, давайте-ка распакуем уже, посмотрим, что у нас там есть. Потихонечку будем. У нас тут сидит Маруська, ждет, пока мы для вас все снимем. Да. Да, правильно. Вот, давай, Вера, папа, начинаем. Начинаем. Что у нас там есть? Что это такое? Это я выбрал. Сладунь, это твое, что ли? Да, это я выбрал. Так, сейчас я расскажу, что это. Это сейчас в Фикс-Прайсе появились вот такие вот небольшие украшения. И мне кажется, их классно было бы повесить, вот, например, смотри, Зверя папа, смотри, идея тебе, как-нибудь вот так. Ого. Да? Красиво? Наверное. Ну что, начинаем украшать. Ой, этикетку забыли. Ну, сейчас снимем. Но в целом очень красиво, да? Да, очень красиво. Так, а что у нас тут еще есть? О, Кева, это выбирал ты. Кивуль. Да, love never give up. Любовь никогда не сдается. Это рамочка для нас с Лелой. А, я думала, это для нас с Мишей. Но в любом случае она очень красивая. Она, конечно, совсем такая пластиковая, никакая, но она Мишу. Очень... Ну да, она очень хорошо впишется в интерьер нашей комнаты. Вот, посмотрите. У нас тут все беленькое. Садун, охраняй. Хорошо, дед. Так, идем дальше. Это выбрал Миша. Такая рамочка. Я люблю тебя до луны и обратно. О! Человеческий детеныш с нами в комнате! Сладун, ты только сейчас увидел, что ли? Я не понимаю. В общем, в эту рамочку мы что? Мы тоже поставим либо нашу фотографию, либо Маруськину фотографию. Да? Очень красивая. Очень много сердец, да, у нас тут? Да. Здесь сердечки, здесь. О, там опять сердечки! Так, ну что, пап, поменяем? Ну, тут все легко. Просто вот такие защелочки надо убрать. Ага. А потом Марусенькину фотку распечатаем, положим, пап. Конечно. Вот еще подарок тут лежит. Фу, пенопласт. А, папа, хватит. Хватит. Это когда вы год и месяц встречались, да, с мамой? И два месяца. Кевин, видишь, у нас тут разные воспоминания. Когда мы встречались год и два месяца, вот мы готовили шашлычки вкусненькие. Вот такие вот вкусняшки у нас были. Одни канцерогены, пап. Ну, так, да. Зато было вкусно и прикольно. Угу. Ой, как красиво получилось. Здесь опять у нас идут два сердечка. Мне очень понравилось, что они такие якобы деревянные, плетеные. Их можно за что-нибудь повесить. И опять же на стену, над кроватью, куда хочешь. Ребеночку над кроваткой. Вот они за такие штучки, я так понимаю, вешаются. А здесь, кстати, почему-то эта штучка очень странно вокруг сердечка. Смотри, они разные. Тебе какое? А может она сломалась просто, нет? Не знаю. Ну, в общем, тут нету... А, тут вот, наверное, за эту ты вешаешь. Да, тут вот за эту штучку. Вот она. Вот они, есть. Все нормально. Кевин, держи. Мам, прекрати! Тебя чуть не съели сердечки. Так, а это небольшой подарок от меня, Зверопад. Ух ты! Он очень любит такие часики. Мне понравилось, они стильные, маленькие. Можно их поставить, например, на кухню. Вот здесь, смотрите, переводное колесо, подставка, магнит. В общем, давай, Зверопапа, это ты пойдешь вешать на холодильник, да? Да, на холодильник точно. Котик классный. Мы пытались повесить магнит, а кот все время смотрел в бок. Мы пытались, а он в бок. Мы пытались, а он в бок. И поэтому мы решили взять и поставить его на подставку. Ведь неправильно наклеенный магнит испортил нам всю красоту. Не получилось коллекцию мамы и папы на холодильнике дополнить. Поэтому мы поставили на подставку.
все-таки получилось очень хорошо, наверное. Да, получится сейчас, пап? Все, супер. Угу. На микроволновку? Да. Так, Сладун, что хочешь достать оттуда? Я хочу что-нибудь вкусное. Вкусное? Кушаешь мыло? Мы взяли обычное мыло Дуру. Ну, я его беру, типа, как хозяйственное, там, носочки постирать. То у Миши носочки вонюченькие, и надо их стирать. Ну, не вонюченькие носочки. Так. 4 запасных мыла теперь у нас. Такие большие, что даже шкафчик, кажется, сейчас не закроется. Вот это что это такое-то взяла? Это я взяла брызгать на цветы. Сладун, смотри, Сладун. Нет! Кевин, смотри. Не поверили. Да ну вас, никто не поверил нам. Кевин, смотри, что я сделал. Ой, папа, нет. Покажи, что это, Миш. А, что там мокро? Я пошла. Побрызгаем лучше цветочки. Что меня брызгать? Осторожно, пап, розетка. Так, что там еще? Это я тебе подарок взяла. Какой? Вот там. Ты вот не это? Видел? Да. Ну-ка. А что это такое? Это чашечка. Смотри, открывай. Так, Сладун, открываем чашечку нашу. Неужели у нас будет какая-то интересная чашечка? Да. Так, это что такое? Ой, это опа. Крышечка. Ой, это сердечко или что это? Да, или лапка кошачья, я не знаю. Так, ложечка тут есть? Да. Сладун, смотри, какая ложечка. Нет, это я буду пить. Ну, я не знаю, что ты из нее будешь пить. Она, правда, розовенькая, о, но я взяла ее тебе. I love you so much. Спасибо. А даже да? Кот? Да. Вон, и котики обнимаются, смотри, какие классные. Миша очень любит котов, и я ему взяла вот такую чашечку с котиком. А, все, что с котами, я обожаю. Да, так что, ребята, дарите Мише подарки с котами. А я себе взяла вот такую вот чашечку. Кстати, она стоит всего 77 рублей. Она, видите, такая типа с закосом под старину, как раньше такие кружки были. Я очень люблю такие чашки. И она, опять же, большая. Насколько, наверное, вон, 390 миллилитров, 0,4. Из нее буду пить чай. Я сейчас много пью, потому что я кормлю Марусю. А моя сколько стоила? Твоя, по-моему, 100 с чем-то она стоила. Ну, не знаю. Я обожаю чай. Я обожаю чай. Пап, ты забыл пакетик туда положить. Положишь? Сейчас положим. И последнее, что у нас осталось, это вот такие вот прищепочки. Лав, 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 лав. Я хочу тебя ущипнуть. Кевин. Мам, что там? Так, а вот это сделаем Сладуну. Сладуня. Эй, ты куда, Сладун? Сладун с прищепкой на голове полез в пакет. Сладун! Сладун! Баба, я запутался! А где прищепка-то? Где моя прищепка, ушастик? Вот как всегда, ничего не доверить этому коту. Так, у нас Маруська уже плачет. Я забыл, мы купили еще один какой-какой хороший подарочек очень. Покажи. Он, конечно, был очень дорогой. Самый дорогой в фикс-прайсе. Маруся. Так, вот, смотрите, заглядывайте сюда. Ну-ка. О, это ты? Масик мой. Ты куда там понес наш самый главный подарок-то? Тебе. Ко мне? Да. Опа! Ну что, ребята, наше видео подошло к концу. Надеемся, вам понравились наши товарчики. Да. Вы теперь, если увидите их в магазине, можете тоже купить. И пишите нам в Инстаграме, мы отвечаем в директ с наших основных профилей. Вот они на экране, Звера Мама и Звера Папа. Да? Да. Ну что, мы вас целуем. И не забывайте о том, что на канале у Сладуна сейчас продолжение сериала «Кошачья история ужасов». Набирайте лайки, просмотры и... Погнали! Скоро, кстати, новые подробности по нашему делу. Да, нашему каналу. Да, нам кое-что уже сообщили про этого человека, который нас преследует. Но мы в следующем видео про это расскажем. Все хорошо? Так что ждите. Но набираем лайки, чтобы следующее видео вышло поскорее. Ореша, я тут тебе подарок принесла. Смотри. Смотри, какой подарок. А что там?
Не знаю. Посмотри. О, пакет ходит. Где я? Ой, я тут? Сладун, это ты что ли? Я и не поняла, что это ты. Клёво. В пакете, можно сказать, поселился. А я тоже люблю селиться в пакетах. Мама, это мой пакет, даже не думай сюда подходить. Почему это только твой? Я тоже хотела. Это мой пакет. Давай так, кто первый, того и пакет. Давай, раз, два, три, игра началась. Я с тобой не играю в такие игры. Если ты хочешь, чтобы пакет был твоим, можешь в него идти. Нет, давай по-честному. Так, что вы тут ссоритесь? Ты хочешь в пакет заходить? Заходи. Давай, заходи. Ну, заходи. Нет, а вдруг ты меня выбросишь случайно? Ничего себе, разве такое бывает?